Словно птица Феникс из пепла, озеро Козылкольня, когда гремевшее на весь Союз, стало возрождаться. Правда, состав воды в озере сильно поменялся. Местные жители надеются, что это явление временное. Раньше она никогда не замерзала, потому что была соленая. Но в этом году стоит скованная льдом. Значит, соли в нем мало. Верю, что через пару лет все войдет в норму. В далекие 30-е годы с озером произошла почти такая же ситуация. Козылколь обмелел. В то время жители села были вынуждены дышать соленым воздухом. Вместе с этим пришло чудесное спасение. За это старожилы до сих пор благодарят небеса. Это ведь чудо какое-то. Когда был голод в 30-х годах, это озеро обмелело, и только благодаря этому люди в соседних аулах выжили. Их спасла птица, застрявшая в иле, и рыба, которой просто некуда было плыть. А в конце 90-х, когда она снова обмелела, помните, трудное время было, люди тоже кормились благодаря этому обмелевшему озеру. О годах расцвета и полного развала одновременно свидетельствуют полуразрушенные коттеджи одного из санаториев. На побережье было все для качественного отдыха горожан. Коттеджи, душевые, столовая, танцплощадка. Сегодня по ней гуляет только музыка ветра, и то лишь во время штиля. Все остальное время побережье Козылколя во власти звенящей тишины. Несмотря на полное отсутствие каких-либо элементарных условий, в прошлом году на озере были отдыхающие со всех уголков Казахстана и России. Создать условия несложно, говорит глава села, вот только разрешение получить невозможно. Вся территория вокруг озера шириной в 2 километра, охранная зона. Предприниматели просят выделить здесь землю, чтобы они могли построить коттеджи или гостевые дома, но никто не дает разрешения. В прошлом году местный акимат просил главу области Жансейита Туймебаева посодействовать в вопросе выделения земель вокруг Козылколя в частные руки, но получил отказ. Вы здесь сначала строить нормально научитесь. Видел я, какие у вас вдоль дороги кафе все кривые стоят. Что вы построить там можете? В планах администрации было строительство кемпинга, который стал бы неплохим подспорьем для местных жителей. Правда, для этого им не помешало бы перестроиться на новый лад. Ведь до сих пор они не брали ни одного тенге с тех, кто приезжал к озеру лечиться на несколько дней и останавливался в домах сельчан.